Как известно, забота о ветеранах комбината «Уралазбест» является важной частью социальной политики градообразующего предприятия «Асбеста». Так, в среду 28 августа представители управления железнодорожного транспорта, профсоюза, а также Совета молодых специалистов комбината пришли поздравить с 90-летием Александру Николаевну Козинскую. Она проработала практически всю сознательную жизнь в комбинате «Уралазбест», работала в Орсе, работала на отвале Северного и Центрального рудоуправления, КЖУ. Вот поэтому мы сегодня пришли, поздравили. Комбинат «Уралазбест» – это социальное предприятие. Всех работников, которые проработали очень большое количество лет и в соответствии с возрастом, поздравление идет от лица комбината и материальное поощрение. Александра Козинская – типичный представитель поколения времен Великой Отечественной войны. С юных лет Александра Николаевна начала трудиться. На комбинате «Уралазбест» одной из профессий, в которой долгое время работала юбиляр, была монтер пути. Как рассказывает Александра Николаевна, далеко не каждый мужчина мог выдержать такую тяжелую работу, а она долгие годы трудилась. Это закалка и есть секрет долголетия ветерана. Ведь, выйдя на заслуженный отдых, она до 87 лет занималась работой в любимом саду. Люди старшего поколения, они воспитаны по-другому, они очень ответственные, они очень ко всему серьезно относятся, они стараются всех запомнить, никогда ничего нигде не нагрубить, нигде не сделать ничего плохого, очень ответственные. Для молодых специалистов комбината истории работников старшего поколения очень поучительны. Таким образом, на градообразующем предприятии «Асбеста» осуществляется связь поколений. Очень важно уделять внимание ветеранам и старшему поколению. У нас есть чему поучиться у них и есть чему их поучить. Мы слушаем много интересных историй о их молодости, о том, как они работали. Рассказываем о том, как сейчас сложно производство и как все изменилось. Раньше поколение было более стойкое, упорное и трудолюбивое. Отметим, что на учете в управлении железнодорожного транспорта состоит около 700 ветеранов. Каждый раз, когда наступает круглая дата возраста, коллектив с удовольствием приезжает поздравить своего бывшего работника. Это еще одна сложившаяся добрая традиция комбината «Уралазбест». Поздравляем, значит, 80, 85, 90, 95 и так далее. Есть один у нас ветеран, что ему уже 101 год, 101 пошел. Вот. Все они как бы в здравом уме, все хорошо выглядят. В общем, им комбинат всем выделяет к дню строителя, к дню пожилого человека, к дню победы. Всегда перечисляем деньги на счета. А самое главное, что подарили представители управления железнодорожного транспорта, это, конечно же, внимание своему ветерану. Ведь именно в заботе и внимании порой очень остро нуждается старшее поколение, которому все мы безмерно обязаны. Алиса Попова, Дмитрий Рудаков, телеканал «Летний город».